Одесса, 1 октября. Сегодня ночью была объявлена воздушная тревога в 4:15 после того, как прозвучали два мощных взрыва. Уже появилась информация официально от оперативного командования «Юг». Они сообщают, что двумя ракетами, предположительно «Искандер», попали в объект промышленной инфраструктуры. Повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Также еще до взрывов, где-то с часу ночи, был пожар. И из-за этого пожара весь город в дыму. Ветер, как бы погода не ветреная, ветра нет. И вот этот весь смог, запах гари стоит над городом. Он очень хорошо чувствовался, поэтому вынуждены были закрыть окна, потому что это, ну, невыносимый был запах. И сообщили о том, что запах гари, который чувствуют жители Одессы, вероятно, связан с пожаром на территории Дунайского биосферного заповедника. Там загорелся камыш. По состоянию на утро местами в плавнях еще сохраняется дым. Это сообщение ГСЧС. Вот такие новости в данную минуту. Я желаю всем хорошего дня, мирного неба над головой. Берегите себя.